Напоминаем, написал. камбэк с олимпийцем. Смотри, Ну, давай. давай я сам испорчу позицию, у меня неплохо получается. Ну, давай. Сейчас идея в том, что король идет на b8. Ага, это сильно. Смотри. А потом через а7 на b7 на c8. Понимаешь? Нет? Я тоже. Не, ну... Король c7 это сильно. Видишь, какое отличное развитие получается? Сейчас конь вот этот на e8 перейдет. Расставляем. И король b8. Да. Отлично. Оптимальная позиция. Ну видишь, нас как-то атакуют, поэтому, наверное, придется идти в другую сторону все-таки. Да, давай обратно. Пошли. Коня через f6. Сейчас конь на c7 станет. Да. Потом короля на e8 и коня на b8, и мы получаем начальную позицию. Как тебе план? Да, я считаю, неплохо, но вот ладья сейчас на e1 станет и помешает нашему. А, видишь, он хочет отдать шаг, придется испортить верхнюю структуру. Незадача. Видишь, как-то он дает соперник посильнее играет, но мне не получается ставить все как надо. Ну ничего, сейчас король пойдет пешком на g8. Хотелось бы... Жалко, что в шахматах одна фигура не может вставать на другую. Да, было бы интересно. Какого-то из коней придется поменять. Ничего страшного, сейчас cd и у нас король побежал. Все, объективно у нас уже неплохо. Ну, объективно у белых здесь перевес, но такой довольно небольшой. Мне кажется. Ну вот если была бы сейчас рокировка, была бы неплохая позиция. Нет, ну при черных. У черных уже лучше было, белые немножко прослабили себя. Король f8 или слон d7? Слон d7, правильно? d7. Ну, я думаю, слон d7, да. Поменять. Так. Ладья сейчас на c1 ставит. Мне кажется, что подвисает тимвьюер. Ну да нет, ладья, раньше. Ну даже по времени. Да, без рокировки, конечно, обидно, но ничего. Ну ладья c1. Ладья c8. Да, знаешь что? Когда все в такой позиции, когда... Ну, c8 может играть. Знаешь, в такой позиции надо короля прятать, а чтобы его прятать, придется пешку f трогать. Когда мы что-то сделаем с пешкой f, он коня на e6 поведет. Стоп, а может мы... как-нибудь через пункт f6 перебежим. А, ты... Идея... Ой, я придумал идею, кстати. Слон наш... Так, пешка висит. А, вот он план, да. Кстати, плохая, неплохая ловушка. Пусть возьмет пешку, мы пойдем b5. Он не хочет. Нет, он не хочется. Что же делать? А! Конь f5, конь f5. Ну, конь f5, наверное. Чтобы активизировать ладью. И по времени у нас плохо. Да, так. Уж не... Ладно, h6. Короля в 97. Да. Сколько раз мы сходили к королям уже? Не знаю, но довольно много, мне кажется. Ферзь b2 он нашел все-таки, он неплохо играет. Придется играть так. Так уродливо. Она конь f5, ого. Теперь у нас активная ладья. Наконец-то у нее целых два поля. Видишь, он хочет коня туда завести. Может f5 пойти, а тогда он поведет коня обратно. Может быть, ладья f3, судья ферзь f4. И мне кажется, нельзя коня на e4 пускать. С другой стороны, туда тоже пускать нельзя. Туда менее противно. Ну, наверное, на e4 нельзя пускать. Да, что попахивает без надежности. Ладно. F5, еще конь e2 надо найти, но он найдет, скорее всего. Нет, не нашел пока. Тогда ждем короля на h7. Может удастся как-то обтечь этого коня на e6? Ой-ой. А как? Ладью на f7, короля на h7, а другого коня на f6. И пусть стоит там и... колышет воздух. Это все хорошо, у нас на 30 секунд меньше. Главное, чтобы мы успели это сделать. Ну, вроде успеваем. Видишь, как бы конь стоит, но вроде бы ничего сразу нет. Это, кстати, типичный прием. Вполне серьезный шахматный прием. А вот нам нужно теперь как-то поменять этого парня. Конечно, никто нас просто так сделать это не даст. Позиция плохая все-таки, но... Может, не такая плохая, как могла бы быть. По времени она, в первую очередь, плохая. Может быть f4.
судей, конь e4, конь d5. Все в глухую оборону. Ферзь e7. Да, но контр-рыгать не будет, конечно, конь-каунку. Что удастся конь g7 сыграть. Конь g7 было бы отлично. Да, конь g7 работает. Да, и времени у нас очень мало. Взяли что? Взяли. Да, уже пора на предходе. Сами взяли. А Шах. вот шах. Шли. Побили. Шах. А, ну мат получается, да, все-таки. Увы. Иногда такая игра наказывается. Поэтому тоже глушка, я думаю. Было же, нормально. Если чуть-чуть побольше, побыстрее бы это все исполнял, то было бы неплохо.